Всем привет! Хотел распиарить немножко свое приложение. Называется оно OneDrive Syncer. Я думаю, из названия понятно, для чего оно нужно. Оно синхронизирует облако OneDrive и локальные папки. Для начала мы авторизуемся. Авторизация здесь OAuth. Кто не знает, что это, можно прочесть в Гугле или Википедии. Это безопасный способ авторизации, который не предоставляет разработчику доступ к вашему паролю. Вот. Ну, я думаю, что это самый правильный вариант. Так, момент. Немножко фокус ушел. Так, предоставляем доступ к Дэну. Предоставляем. Все, авторизация прошла успешно. Выбираем папку для синхронизации. Значит, сейчас я вот нажму «Добавить папку». И это папки «Смооблак». Я выбираю папку «Музыка». Выбираю папку, значит, далее я выбираю локальную папку, тоже «Music». И выбираю тип синхронизации. Можно из облака в устройство, из устройства в облако и двухсторонняя синхронизация с удалением и без удаления. Нажимаем ОК. Начать синхронизацию. Далее можно настроить период, когда, как часто будет синхронизироваться, либо синхронизировать по времени. То есть мы выбираем какое-то время. Вот, и по этому времени, ну, то есть по расписанию. Ну, мне больше нравится синхронизация по периодам. То есть, вот, ну, примерно 3 часа. Вот. Приложение поддерживает до 24 часов. То есть настраиваемое. Вот, например, сценарий использования подобного приложения. Значит, сценарий такой. У вас есть музыка в облаке, и вы хотите, чтобы она попадала к вам в смартфон. Вы закидываете ее на комп, и она автоматически попадает вам на смартфон. На смартфоне добавляете музыку, она попадает вам на компьютер. Также, если вы редактируете ID3 теги или еще что-то, автоматически сразу файлы будут обновляться. И на ПК, и на телефоне. То есть, у вас будут всегда актуальные данные и там, и там. Вот, соответственно, музыка всегда будет у вас свежая. А также, например, если вам не нужен клиент OneDrive или вы отключили автозагрузку фотографий, вы можете подключить в папку с фотографиями к папке в облаке. И у вас будут фото и видео уходить со смартфона в облако. Но очень много вариантов и сценариев использования данного приложения. Я вот вам рассказал один из них. Если можете, зайдите в топик на FOPDA и отпишите, то есть понравилось вам приложение или не понравилось, или какие идеи по его развитию. Всем спасибо.